На конкурс «Дети читают стихи» Куликова Анна, 17 лет, город Вологда, театр-студия «Подросток», Дворца творчества детей и молодежи. Стихотворение Александра Яшина «Телеграмма». Прямо с корабля из-под огня посылает милый телеграмму. Помни, ты чека, люби меня за ПТ, приезд не за горами. Не успею прочитать одну, посылают срочную другую. Жив, здоров, любимую жену обнимаю за ПТ, целую. День вожусь и ночью не засну, над секретом голову ломаю. ТЧК, наверное, про войну, ЗПТ, убей, не понимаю. Почтальон, наверное, учен, прямо на квартиру прибегаю, говорю: товарищ почтальон, телеграмму вот не понимаю. Подаю последнюю ему, прочитал старик, промолвил: фу ты, ничего, молотка, не пойму, телеграф, наверное, напутал. Что целует, каждый разберет. ЗПТ, по-моему, на запад, мол, на запад двинулись, вперед. Я домой, давай ответ царапать. Значит, устояли морячки, повернули изверга, погнали. Даже почтальонские очки мне какими-то родными стали. На большом, на розовом листе написала молнию такую: ЗПТ, любимый, ЗПТ, жду с победой скорою, целую.